Здравствуйте, друзья! С вами Цветочный сад и я, Наталья. Покажу раннее цветение пионов. Вот у нас они только-только зацвели. Вот тут белые. Это у меня посадка 2018 года. Цветение я первое вижу, потому что те года я просто обрывала бутоны. Я даже не видела цветения. И некоторые сорта, конечно, еще не показывают себя. Скорее всего, я увижу на следующий год более шикарное цветение. Плюс еще у нас ливневые дожди, но бутоны-то они держали. А вот цветонос некоторых крупных, конечно, такой, какой был у нас дождь, просто не выдержали. Это вот здесь пчелки работают. Это у нас сорт Eskimo Pie. Он низкорослый сорт. Ну, вот он бы там с такими вот вкраплениями красными. Но он еще больше будет. Это потому что первый год. Вот. Дальше. Тут у нас что такое у меня цветет, чтобы показать. Это Julia Rose. Тоже первый год цветет. Цветочек мелкий еще. Это гибрид. Так. Я какие помню, те я вам и назову. Не все я помню. Так, это... Ой, коралл. Вот у нас... Сейчас вот это я погляжу. Он распускался ярко-розовым. Коралл Сансет. Но в первый год он тоже себя показывает хорошо. Не совсем он простой. Вот такой хороший. И он уже меняет расцветку. Вот он цветет уже второй день. Сначала он был ярко-розовый. Сейчас он такой вот прям, ну, переходит в персиковый такой вот цвет. Это вот шоколад. Тоже первый год цветет. Я надеюсь, он будет еще крупнее. Тоже низкорослый. Так, что-то еще вам. Это коралл Луиза. Тоже первый год цветет. Поэтому всей красоты еще она мне показала. Сейчас точно смотрю, то вдруг ошибаюсь. Да. Это кора. Кора Луиза. Кажется, так, если правильно. Вот. Еще махрового цветка нет на нем. Но это вот цветок пострадал от дождя. Вот солнце, дождик. И вот цветок уже такой некрасивый. Вот он. Коричневел. Хотя цветет тут третий день цветения. Вот у нас. Сейчас мы его посмотрим. Не скажу. Нет, у меня там бирочка отлетела. Не знаю. Вот. Ну, тоже себя покажет. Мне кажется, это бакстоп, который вот розовый. Ну, не знаю. Это нужно все смотреть по каталогу. Ну, и также вот еще не распущены бутоны. Поэтому и в этом году я полюбуюсь цветением пионом первый год. Так, это вот посадка 2019 года. Значит, прошлую осень. Вот в сентябре сажала. Теперь нужно посмотреть соответствие сорта. Я в этом году вижу крупные бутоны, не стала их обрывать. И потом оборву. И вот такие вот, которые маленькие, тоже буду обрывать. Прям гляну цветение и оборву. Сейчас освобожусь. И будем заниматься многолетниками. Вот, тоже не знаю. Мне, конечно, честно говоря, вот это пока ни о чем не говорит. Сорт мелковатый. Красоты вроде никакой пока нет. Обычный какой-то. Но это показывает себя... Это, значит, первый год посадки. Еще на третий год посмотрим. На четвертый. Пионы себя показывают свою красоту. Не в первый год цветения, а где-то на третий, четвертый. А даже какой-то есть сорт, не помню, на шестой год тут покажет свою красоту. Это мои пионы, которые без сорта. Я их
просто сажала везде, а это я потом сюда перенесла. Не знаю сорт, понятия не имею. Хотя можно немного сравнить с чем-то и приблизительно сорт сказать. Ну вот, не знаю. Мне вот этот очень нравится. Это коралловый сорт тоже. Красивый. Так, что я хотела показать. Но пострадал очень от ливня. Ливень очень у нас был сильный. Просто резал все. Особенно крупные цветы. Вот мелкие нет. Это у нас и то, но не знаю какой сорт. Это Санома. Цветет второй год. Но вы знаете, я как-то вот, не знаю, может быть, махровым не будет никогда. Хотя бы полумахровым был бы. Ну, простой цветочек. Расцветка интересная. Но я выносила цветок на продажу. Вот первый, который не впечатлил никого. Просто срезку. Но впечатлил, конечно, лимон чифон. Вот он. Это вот остаток цветка, который почти, ну, такой полумахровый. Махровые они были первые. Были крупные. Я их просто срезала от того, что перед дождем. А так они все буквально их вот эти цветы. Вот они лежат. Вот видите, они прям лежат. Разбивал. Этот лимон шифон очень красивый, впечатлил всех. Он действительно такого нежно-лимонного цвета. Очень крупный. Это просто не крупный, который вот был, лежал на земле. И этот, ну, такой мелкий был сам себе бутон. Вот так расцвел. Впечатлил, что лимон шифон действительно очень хорош. И еще что у меня здесь впечатлило. Это вот здесь был вот этот тоже. Видите, от дождя, ливневый дождь был. Это пастель элеганс, который сейчас вот красоту вы не увидите совершенно. Это мелкий бутон распустился. На самом деле очень элегантный, очень красивый. Впечатлил буквально всех. Да, просили, конечно, у меня продажу. Но так как он не совсем-то дешевый, он 15 тысяч стоит. Вот. Ну, если будет одна деленка, я выставлю на продажу. Не более того, размножается очень тяжело. Это у меня посадка 2017 года. Первые два года мелкие были бутоны, я их срывала. А в этом году вот оставила. Но дождь сделал свое. Это уже, конечно, уже отцвел, но даже снимать нечего. Но зайти было просто сюда невозможно. Нас лили ливневые дожди. Поэтому показать нечего. На следующий год, думаю, что может быть получится. Потому что самое цветение пастель элеганс и лимон шифон у нас просто лили ливни. Здесь у меня тоже такие дебри. Вот. Тоже вот еще мне понравился. Не знаю. Не знаю, что за сорт. Ну, тоже красавец. Это долго тоже растет. Не знаю, прям не растун, я бы сказала. Вот с 2017 три года ему. Ну, как вот был маленький, там прирост совсем маленький. Но красавец, красавец, красавец. Не знаю, что за сорт. Там же здесь сорта у меня только в своих записях. Здесь все уже за три года потеряно. Но в записях все точно, потому что я веду то и запись. Ни разу не копалась, поэтому все по рядочкам, все сохранены сорта. Что хорошо, что пионы себя ведут прям замечательно. Никаких потерь просто нет. Одна прелесть. Цветение пионов. У нас этот год просто как какие-то катаклизмы. Весьма холодный. Дождливый, дождь просто через день шел. А июнь нас порадовал ливнями. Такие ливни, прям с цветением ирисов, пионов. И вот такие вот просто ливни. И даже вот пройти просто между делом. Взять по полотам.
невозможно было зайти. Прям приезжаю с рынка, и дождь льет до самого вечера. Потом у меня работа в теплице. Ну, вот так вот. Но мне все равно. В этом году я радуюсь цветением. Вот как у нас цветение. И пионов, и ирисов. Просто красота. До свидания. До новых встреч. С вами был Цветочный сад и я, Наталья.